специального выпуска про спорта вы узнаете, какие мужские виды спорта особенно популярны в Алмазном регионе и как загруженные на работе мужчины находят время на спортивные увлечения. По долгу службы съемочная группа программы «Про спорт» побывала на самых разных спортивных мероприятиях. От крупных турниров до обычной тренировки в самой простой тренажерке. И вокруг одни мужчины. Кажется, спортивный мир принадлежит только им. Сегодня в специальном выпуске программы «Про спорт» мы выясним, какие виды спорта самые популярные у северных мужчин. Начнем с силовых видов спорта. В Айхале всерьез увлеклись армрестлингом. Это молодой вид спорта в России, им занимаются и мужчины, и женщины. В местном спортзале «Атлант» тренируется более 10 человек. Это непрофессиональные спортсмены, армрестлинг для них больше как увлечение. Все они работники разных предприятий Айхальской площадки. Тренирует спортсменов Вячеслав Бузыкин. Спортзал оборудован необходимым спортивным инвентарем. Айхальские силачи – участники разных соревнований, как районного, так и всероссийского уровня. Среди них действующий чемпион республики по армрестлингу Сергей Горбатовский. Ежедневные тренировки после работы и в выходные дни придают сил и уверенности в себе. Результаты работы спортсмена – победы на состязаниях. В армспорте Сергей только год. В спортзал пришел года 4 назад. Ну, как бы он искал себя, то жимом занимался, то лифтингом, то он как-то уходил на боксе, он год, наверное, пробыл. Потом пришел. В общем, год назад он определился именно по данному направлению. Четвертое место мы по праву отдали единоборствам. В Алмазном регионе занимаются боксом, кикбоксингом, карате, борьбой, обычной и национальной. В столице Алмазного края им занимаются немало мужчин. В основном это студенты и работающая молодежь. 6 раз в неделю борцы встречаются в детско-юношеской спортивной школе под руководством опытных тренеров. Всего в секции более 50 спортсменов. Они выигрывают различные республиканские турниры и первенства. Ну, это в основном студенты нашего регионального технического колледжа и студенты Мирнинского политехнического института и работающая молодежь компании. По вечерам они занимаются. Боевые виды искусства все равно мужчин притягивает наверняка. Ну, а опять-таки борьба – очень красивый вид спорта. Поэтому ребята и идут, занимаются. В удачном единоборство тоже любят. Там при центре дополнительного образования целый клуб. Мужчины выбирают, что больше по душе. Занятия ведет тренер-профессионал. Самый пик был это 2016-17 год, когда мы здесь начали проводить соревнования. То есть только соревнования прошли и как бы полноценно, ну как бы люди и так были, да, после этого, как говорится, ажиотаж еще больше был, да, как бы люди, плюс фестиваль еще приехал, да, фестиваль. Грубо говоря, под нас привезли здесь именно в удачно, да, как бы именно кикбоксинг. Поэтому, ну, как бы рост есть, люди идут. Ну, надеюсь, так дальше будет, будем расти. Здесь, в центре дополнительного развития, тренируются две взрослые группы. Это где-то около 25 человек. Все работающие молодые люди выкраивают в своем графике время либо на утренние, либо на вечерние тренировки. Пробовал себя во всем. Более серьезного мужского вида спорта не нашел. В этом виде спорта всегда нужен труд. Никогда не даешь слабину, каждый раз преодолеваешь себя. И как бы это очень мотивирует. Третье место мы отдали сразу двум командным играм – баскетболу и волейболу. Ленские баскетболисты – команда сыгранная и с достижениями. Не пропускают республиканские турниры и привозят оттуда призовые места. Тренер Николай Ещеркин уверен, в баскетбол, как в любой другой вид спорта, нужно приходить пораньше. В него можно играть с 10 лет. Взрослые спортсмены тренируются 3 раза в неделю. Порядка 20 человек приходит на секцию по-разному. Популярность, ну, один из трех, наверное, в Ленске популярности. Волейбол, футбол, баскетбол, как обычно. Баскетбол – это игра. Все мы немного дети, хотим маленько поиграть. Никуда без этого. Это стиль жизни.
И это не я выбрал баскетбол, это баскетбол выбрал меня. Пришел в зал, увидел мяч, взял, и все, и пошла любовь, и чемпионат до сих пор не отпускает. Не отпускает любовь к игре и ленских волейболистов. В Ленске волейбол играют с 1978 года. Первый глава Ленского района Владимир Ягнышев привез сюда первых профессиональных игроков. Среди них был и Юрий Шустов, бессменный тренер волейболистов. С тех пор ленчане не покидали тройку призеров на республиканских соревнованиях. В начале 2000-х годов здесь играла вторая профессиональная сборная – волейбольная команда «Алроса». Пробовала свои силы в российской лиге. В Ленске уже более 20 лет проводит республиканский турнир памяти первого главы Ленского района Владимира Ягнышева. Волейбол здесь очень популярен. Традиционно в Ленском районе волейбол всегда оставался на высоком уровне. Ну, этот уровень задали те люди, которые еще в 80-е годы сюда приехали, организовали очень сильную команду, которая выступала и на Дальнем Востоке, занимала призовые места и участвовала в многих-многих турнирах. Ну, и если смотреть мою историю, то я точно так же пришел в зал и увидел этих высоких, многих сильных мужчин. Ну и можно сказать, что я влюбился в этот вид спорта с первого раза. И на сегодняшний день я тоже являюсь основным игроком команды. А вообще наиболее важную роль играет наш тренер Юрий Александрович Шустов. Если бы не этот человек, наш спорт бы здесь был очень на плохом уровне. Такие достижения за прошедшие годы, в принципе, были неплохие на республиканском уровне, на дальневосточном и на российском. Любят волейбол и в Мирном. Там своя волейбольная команда есть во многих предприятиях. Они играют на спартакиадах трудовых коллективов. Нынешний принимает участие 10 мужских команд. Столько же команд играет на городских первенствах. А сборная района – это опытные игроки и всегда серьезная конкуренция для сборных соседних районов. Наш вид спорта, если даже сравнивать, наверное, с футболом, где-то, наверное, столько же мужчин, сколько их футболом, если даже не больше занимаются в Ленском районе. Достаточно много команд. Ну, если брать уровень физической культуры, то сравнительно простой вид спорта. Много не надо, мячик, сетка, ну и желающих поиграть. Второе место мы по праву отдали мини-футболу. В спортзалах Алмазной провинции в него играют и дети, и взрослые, и профессионалы, и любители. Мирненская команда «Алмаз Алроса» давно в российской лиге. С 2008 года участвует в соревнованиях под эгидой Ассоциации мини-футбола России. Играла и побеждала. Команда – пример подражания для других сборных Алмазной столицы. Накануне главной мужской праздничной даты мирненские футболисты готовились к престижным играм. Мирный встречал первенство республики по мини-футболу спустя без малого 15 лет. Так, последний турнир республиканского масштаба здесь проводился в 2005 году, в день открытия Дворца спорта «Кимберлит». Сражались за звание сильнейшей сборной Якутии 2019 года команды первой лиги. Кроме хозяев паркета, участвовать решили сборные команды Ленского, Алекминского, Алданского районов, а также Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Улусов. Игрокам сборной принимающей стороны особое внимание. Основной состав отбирали вплоть до самых игр. Готовились и в Ленске. Здесь футбол играют целыми предприятиями. В 2007 году ленчане встречали Кубок мира по футзалу. На этом же паркете до сих пор тренируются ленские футболисты. Приходят еще в юном возрасте и остаются верны этому спорту на долгие годы. Вот и получается, что парни 20-25 лет уже считаются опытными игроками. Ну, футболом я занимаюсь уже лет с 8, наверное, всю свою молодость, как сказать, занимаюсь. И с самого детства я пошел, мне понравился этот вид спорта. Я начинал с дворового футбола, пинал мяч в гараж, как это в основном все делают. Все, сначала начинал с ворот, мне нравилось на воротах стоять. И после я понял, что у меня что-то хорошо получается в поле, и после этого я начал играть в поле. Этот вид спорта популярный, интересный, зрелищный, динамичный. Поэтому он мне и нравится. И вот он, лидер рейтинга. Чем заниматься в Якутии, где холодное время года длиннее? Конечно, спортом настоящих мужчин – хоккеем. В регионе он переживает свое второе рождение. Создаются детские и взрослые сборные. Команды ездят друг к другу в гости на товарищеские встречи. Только так можно наигрывать технику. Участвуют и в больших чемпионатах. Один из крупнейших – Кубок профалмаза. У меня отец занимался всю жизнь хоккеем, поэтому я
занимаюсь тоже хоккеем с детства. У нас занимаются на площадке три команды уже. Это городская команда, клуб любителей хоккея и ветераны, они вместе. И еще любительская команда занимается. Мирницкие хоккеисты имеют прекрасную возможность тренироваться и зимой, и летом. А вот линчане выходят на лед только зимой и с нетерпением ждут строительства спортивного дворца с круглогодичным льдом. Но даже в тех условиях, что есть сейчас, отдаются хоккею всей душой. В Ленске играют две мужские сборные – ветераны Ленского района и клуб «Северный легион». Их игроки в любой холодный день проводят свои вечера с клюшкой и шайбой в бесконечном спортивном азарте. В советское время, в Советском Союзе, хоккей считался все-таки спортом номер один. У нас была красная машина, сборная Советского Союза. Ну и также пацаны, которые все завидовали, мечтали играть нашим таким звездам. В Ленском районе в 80-х годах было 5 команд. Это «Искатель», «Алмаз», «Энергия», ну и «Школы». И всегда ездили на весенних каникулах на «Республику Выдачный». Побеждали. Ну, без проигрыша никуда. Ну, в 90-х годах это все заглохло, так как многие ушли в армию и, ну, видимо, смены такой не было, как вот сейчас, в данный момент. Ну и мы продолжаем все равно собираться. Те, кто играл когда-то, играет сейчас. Вот такой у нас получился рейтинг. Он достаточно субъективный, ведь все равно каждый выберет себе занятие по душе. И никто не посмотрит косо на мужчину, занимающегося йогой. Главное, чтобы спорт просто присутствовал в жизни каждого.